Навигатор поступления у нас проходит практически во всех городах присутствия, где есть образовательные центры. Именно вот сегодня проходит в Нижнем Новгороде, до этого прошло в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, Екатеринбурге, Москве, в Тюмени и во многих других городах. Ну, много направлений там, возможностей. Ну и как бы нам немножко, мы недалеко находимся. Я рассматриваю гуманитарные направления и физические, и как бы заинтересован более всего в университете имени Лобачевского. Ну, я рассматриваю гуманитарное направление, направление юриспруденции. Ну и в принципе то, что это лучший университет Нижнего. Люди, конечно, подходят постоянно и регулярно. Главный вопрос у них пока еще определиться с тем, кем бы они хотели стать, какие предметы сдавать, на какие направления поступать. Наша задача здесь лишь проконсультировать и дать направление для подготовки для дальнейшего поступления. Университет Лобачевского – это вуз, который входит устойчиво в двадцатку лучших вузов России. Причем, как вы знаете и много слышали, что сейчас существует большое количество рейтингов, которые показывают и характеризуют место вуза. И, безусловно, каждый университет говорит, мы самые лучшие, мы самые хорошие, мы самые ведущие, потому что и мы говорим это про себя, поскольку очень любим свой университет, в нем выросли, работаем. Но есть некоторая экспертная оценка, которая подтверждает, правильно ли мы говорим. Мы вуз, национально-исследовательский вуз, в котором есть наука, настоящая наука в полном смысле этого слова. Мы вуз, в котором есть мегагранты, есть ведущие ученые. Вуз, который в настоящий момент имеет 23 тысячи студентов. И в общей сложности с учетом сотрудников нас около 30 тысяч. То есть мы на самом деле вуз, который виден, заметен на всех аренах нашего образования. Вуз, который является ведущим вузом нашего НОЦ Нижегородского, техноплатформы 2035.